Да, особенно ты. Пленка. Благотворительный фонд Андрея Лысенко сегодня приехал на очередной обстрел в Петровском районе, где украинские боевики нанесли разрушительный удар по мирному населению. Пострадали два дома. Привезли мы сегодня USB-листы. Помогаем, чем можем, ежедневно на линии боевого соприкосновения. 6:30 утра был прилет. Где именно, не знаю. Все начало сыпаться, дым, пыль. И крыши нет. Все посыпалось. Уже таких приехала, там уже дважды попадание в дом было, уже все, я ушла оттуда. Вот пришла и сюда принесла все неприятности. И люди страдают, и я страдаю. То вашей вины в этом нет. Я знаю. Вашей вины в этом нет. Это негодяи, негодяи. Не люди, которые стоят с той стороны. Ты тоже дома была? Ну да. Ты спала в этот момент? Ну да. Расскажи, что происходило. Вещи поскидывали, пока есть. В комнату прилетело тоже. Стекло вынесло. Один пролетел, просвистел, ну, до этого, минут за 10, наверное, или сколько там, 5 пролетел. А потом этот, и прямо так, урох, и все, и темно, и ничего не видно, все, и крыша сразу загорелась, и все. Мы с матерью были дома, ну, в доме, и ничего, не пострадали, ничего.